Ход работ на одном из самых сложных объектов благоустройства этого года осмотрел губернатор Станислав Воскресенский. Современный сквер в московском микрорайоне появится на месте болота и свалки бетонных плит. С этой территории вывезли 500 грузовиков с отходами. На настоящий момент полностью выполнен дренаж площадки. Ведутся работы по укладке плитки, заливают фундаменты. Подведен водопровод и электричество. По периметру площадки установят порядка 80 светильников. Также будут здесь тропинки, дорожки, пергола будет, большая песочница, самая большая песочница в городе Иванове, где взрослые смогут постоять в тени, а дети поиграть в песочнице. Сквер будет разбит на несколько площадок – игровую, амфитеатр, зону спокойного отдыха и занятий йогой, предусмотрена рампа для скейтеров. Основные работы будут выполнены за счет федеральных средств, а вот на малые архитектурные формы придется добавить городу. Я думаю, что, ну, знаете, как сделаем, когда парк будет чуть больше готов, может, я думаю, месяц через полтора, надо жителям здесь будет собраться, просто поговорить, честно показать ситуацию, на какие малые архитектурные формы хватает, на какие нет. Пусть нам люди скажут, что важнее, то ли детская площадка, то ли скамейки. Да, прям как люди скажут, надо так и сделать спокойно. А потом мы по традиции здесь сделаем народную приемку. 30 ноября, вы говорите? Ну, когда? Снег уже может лежать. Надеемся, максимально. Сейчас очень темпы хорошие. Не, ну видно. Здесь же было действительно. А это, наверное, без преувеличения, самая сложная наша площадка. Срок выполнения работ по контракту 30 ноября. Подрядчик постарается управиться пораньше, без ущерба качеству. Оставшиеся виды работ можно выполнять при любых погодных условиях. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.